Всем привет, зрители моего канала, сад Чекалин, Сызранский район. Сегодня у нас на дворе 24 января 24 года. И вот хотел показать, как в первоначальном зимой выглядит наш схрон, погреб. Ну и будущий холодильник здесь вот будем строить. Вот две вытяжки стоят. Здесь будем строить над землей холодильник. По длине еще не определились. Все будет летом. Фундамент уже здесь есть практически. Я здесь сейчас откопал. После заносов нас занесло. Вот откапывал. И сейчас иду за яблоками. Заодно показать, как что содержится яблоки. Это я сейчас только открыл. Для вас, видите, как намерзло. Сейчас будем спускаться в погреб туда. Погреб, бункер, он весь бетон, короче. На земле только немного песка, сантиметров 15. Вот так вот. Короче, вход как бункер, видите. Вот. Такая фигня. Бункерское помещение. И тут, короче, войну можно отсиживать. Здесь вот, ну, у меня еще тут планы на него. Здесь тоже можно поместить, как ставить немножко. Сам бункер сюда, мы еще его доделывать будем. То есть здесь будет дверь входная. Здесь раньше гараж был наверху, когда мы купили здесь землю. Сгорелый дом был. И сам бункер, видите. Здесь я показывал, кто в предыдущих роликах. На потолке сухо. То есть, видите, вот сухое. Потому что стоит вытяжка. В том году этой вытяжки не было. Мы их, ну, как они, дырки были. Но мы ее не делали. Вы прочистили, вычистили. И он теперь сухой у нас вот так выглядит. Здесь у нас еще пока не до конца все сделано. На полу песок, как я показывал, видите. Сантиметров 15-20. Да. Ну не 20, 15 точно есть. Вот. Здесь у нас наши яблоки. Вот. Я принес сюда градусник. До этого не приносил. Положу здесь уличный термометр. Но мы потом сюда поставим. Такой термометр с этим, с влажностью. Стенки, видите, сухие, все тут сухо. Ну, я так думаю, что здесь где-то градусов... Сейчас я открою коробку. Здесь градуса 3-4, не больше. Потому что ничего не замерзло, не замерзло так. Сейчас открыл-то здесь, видите, как бункер туда. И вверх поворот, и вверх. В общем, короче, яблоки вот показываю. Содержится, я яблоки уже наложил в пакетик. Сейчас будем наверху дома их пробовать. Видите, гнилых нету, ничего нету. Все яблоки, вот это червоточина или что-то пробилось, может, черешком. И то, видите, не загнило ничего. Короче, ни одного гнилого яблока. Мы все собирали с дерева. Это сорт синап. Все собрано с дерева и аккуратно, по-аккуратному уложили, вот. Видите, яблоки есть и крупные, были еще крупнее, но мы как бы продали их уже крупные. Это средние, мелкие оставили. Что осталось для себя? Ну, короче, все, сейчас идем в дом, что показал. Весь наш бункер, вот наша стройка. И попробуем сейчас яблоки. Какого они качества на 24 января? Все, вперед в дом. Ну вот, мы сейчас и дома. Яблоки вот набрал, вот видите, такие. Все подряд, что попалось, набирал. Вот. Все целые, гнилых нет. Вот одно взял. Помыл его, естественно, потому что грязное. Не будем пробовать. Вот. Опять же, повторюсь, яблоки сорта Северный синап. Режу. Слушаем. Просто неудобно одной рукой. Но хрустит. Яблоко вот в разрезе, смотрите. В данный момент даже сок вон брызнул. Вот, нажимаю. Ну, уже маленько начинает. Но сок еще есть. Вон, сок текет по яблоку. Но уже такой, конечно, нету. Вот откушу теперь от этого неотрезанного. Ну, что сказать, похруст,
Немножечко еще остался. Сок есть сочное, не дряблое. Сладкое уже, кислости практически не осталось. Отлежалось хорошо. Ну, в общем, хорошее яблоко. Сорт Северный Синап. Наши местные яблоки. Город Сызрань. Самарская область. Так что всем, кому понравились яблоки, наш схром, наша задумка, что мы будем делать в этом году. Все нам классики, ставьте лайки. Также не забывайте подписываться на наш канал «Сад Чекалина, Сызранский район», оставаться на нем, следить за нашими роликами, за выходом следующего видео. Ну и всем пока, удачи, ребята!